В последнее время, дорогие зрители, по всему миру ходит плохая новость о нашем любимом российском певце Борисе Моисееве. Падение доходов серьезно сразилось на качестве жизни нашего любимого певца. Он пережил много инсультов и уже несколько лет не выходит на сцену. По словам некоторых звезд шоу-бизнеса, у Бориса Моисеева сейчас очень трудная речь и даже не работает все мышцы тела. Это уже понятно, что он никогда не сможет вернуться на сцену, чтобы спеть наши любимые песни. Сегодня Борис Моисеев может похвастаться только квартирой в центре Москвы, но доходы у него, как говорят его друзья, нищенские. У него есть приличные доходы даже для Москвы. С учетом доплат, льгот и авторских отчислений он получает не менее 250 тысяч, говорят его друзья. Этой суммы ему должно хватить на нормальную жизнь. Давайте, друзья, поддержим Бориса Моисеева. Пусть у него все будет хорошо, ведь для многих из нас он является до сих пор легендой. Подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новостями.